Я все еще верю той рекламе, что на его руках не было липкой ленты. Просто его руки как клей. И хоть его место в списке топ-100 несколько ухудшилось, продуктивность Стефана Дикса по сравнению с прошлым годом только возросла. Он показал карьерные максимумы по приемам, пойманным ярдам и ловлям в тачдаун. Мне особенно запомнились большие розыгрыши в его исполнении. Я знал, что он хорош, но я не знал, что он настолько хорош. Его отличная работа ног. Он отличный бегун. Даже одно обладание такой скоростью делает вас одним из опаснейших принимающих в лиге. А это смертельная комбинация, когда они шли навстречу друг другу, запутав защитников. Я часто говорю ему во время игры, мол, в следующий раз я тебя сделаю. На что он просто отвечает: пойдем, давай попробуем. Он определенно всегда чрезмерно заряжен, эмоционален, настроен на борьбу. Я вижу, как он действительно играет с этой уверенностью. Он знает, на что он способен, уверен в себе, уверен в том, что он может оставить некоторых людей в дураках.